Сейчас мы постараемся перенести тело в место кремации. И так как дорога не очень хорошая, то тело повезет на машине. И поэтому мы хотели попросить всех преданных вместе с Киртаном пешком отправиться на место кремации. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
На самом деле, что Прабхупада, по его мнению, полная занятость служением, да, особенно проповедью, это и обозначает памятование. И вот такой образ памятования, он подходит для вайшнав любого уровня.